Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Элем Сео. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о наиболее перспективных SEO проектов, и сегодня у нас на очереди обзор такой проект, как Involve. А что данный проект себе представляет? Involve — это уникальная криптоплатформа для мобильных приложений. На данный момент у проекта проходит SEO третьей стадии, до окончания которого остается 7 дней, 15 часов и 14 минут. А всего цель проекта составляет 50 тысяч эфириумов, это хардкап проекта. За один эфириум вы получаете 60 токенов ЕКО. На данный момент собрано уже 4359 эфириумов, то есть практически 1/10 от хардкапа. Но по текущей ситуации на рынке это довольно-таки хороший показатель. Здесь представлена также информация по рейтингам данного проекта. Рейтинги у проекта довольно хорошие, например, фонда SEO дают 8.3. Coin Launcher 8.43 и так далее. То есть с каждым из рейтингов вы тоже можете самостоятельно здесь ознакомиться. Здесь представлена информация также более детально о самом проекте, что он из себя представляет. И также информация по самому коину iCoin. Он обозначается как IQO и iToken. IQO токен. iCoin — это криптовалюта, которая майнится геймерами через POET протокол. Общее количество ICO-инов составляет 500 миллиардов. iToken, IQO токен — это непосредственно токен, который распродается на pre-ICO и ICO стадиях. То есть общее количество токенов составляет 9 миллиардов 100 миллионов токенов. Здесь представлены некоторые видео вводные по данному проекту от разработчиков проекта. Ну, такая своеобразная инфографика, то есть что проект Involve себя представляет. Далее представлена непосредственно информация по идее, то есть идея — это создание экосистемы, где юзеры, то есть пользователи, инвесторы и разработчики, их мобильные приложения смогут интегрироваться в Involved. То есть K-Tasks, Rewards, различные вознаграждения и так далее здесь также описывается. Здесь также описывается непосредственно экосистема проекта Involve, то есть как взаимодействуют пользователи с инвесторами, с непосредственно самой биржей, как взаимодействует биржа с разработчиками и как это все в конечном итоге взаимодействует с самим проектом Involve. Здесь также описывается вопрос, почему именно Involve, то есть создается уникальная экосистема, которая будет очень востребована в ближайшие 5-10 лет, в которой рынок игр в дальнейшем будет несомненно расти, то есть рынок мобильных приложений, компьютерных приложений, этот рынок растет, и поэтому внедрение проекта в данную сферу будет очень кстати и довольно-таки будет перспективным и, так скажем, с очень хорошей перспективой на будущее. Здесь описывается Proof of Time протокол, но о нем, я думаю, всем известно, кто интересуется криптовалютой, поэтому подробно сейчас останавливаться не стану на этом вопросе. Здесь также представлен непосредственно roadmap проекта. Само планирование произошло в феврале 2018 года. Далее уже в марте 2018 года была собрана команда. В апреле запущена Bounty Marketing компания. В мае стартовала pre-ICO, в июле ICO. И в сентябре планируется завершение самого ICO. Токен-сопли, то есть общее распределение токенов, всего для pre-ICO и ICO выделено 3,5 миллиарда токенов, для команды 5 миллиардов токенов, для баунти аирдропов 100 миллионов токенов и непосредственно для адвайзеров 500 миллионов токенов. В процентном соотношении адвайзеры получается 5%, баунти 1%, а pre-ICO 13% и ICO 25%. Токен дистрибьюшн, то есть распределение токенов. Максимальное количество токенов для распродажи составляет 3,5 миллиарда токенов. Для инвестиций принимается эфириум. Сам токен основан на стандарте сети эфириум ERC-20. При ICO составляет непосредственно стоимость токена на при ICO составляет 120 тысяч. Токенов ICO за один эфириум на ICO 60 тысяч. Дата краудсейла — май-август 2018 года. Минимальный
Минимальное приобретение это 1000 токенов, а максимальное приобретение 10 миллионов. Это на одного человека. А цели софткап 8000 эфириумов, он собран наполовину, и хардкап 5000 эфириумов. А здесь также представлена информация по распределению средств непосредственно от распродажи. Продукт девелопмент займет 70%, маркетинг 15%, административные расходы 4,5%. А расходы с непосредственно, так скажем, неожиданные расходы 10% и легализация 10%. Ну и также в завершении предлагаю вам ознакомиться с командой, что она из себя представляет. Здесь по каждому из членов команды описана информация, кем они являются, что из себя представляют. Можете посмотреть их профили в социальных сетях, кем они являются. Ну и также познакомиться непосредственно с адвайзерами данного проекта. Ну и также поконтактировать с самим проектом, то есть написать им сообщение со своего email и также присоединиться к профилю в социальных сетях Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, Medium и Reddit. Ну и, конечно, к ветке на Bitcoin Talk. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго и до новых встреч.